Но мы начинаем потихонечку снимать это видео, стараясь держать угол. Это вот зал. Зал, лестница на второй этаж, на втором этаже кухня и отдельный вход и спальня. То есть там можно сдать как отдельную квартиру сделать. И здесь тоже в этом, как бы на этом этаже тоже можно сделать отдельно и можно сделать кухню. Потому что раньше здесь была кухня, но прошли реконструкцию. И вот такая еще вот есть здесь балкон, лоджия. Чудесная, солнечная, приятная. Где можно прям замечательно отдохнуть. Так, и сейчас мы посмотрим вот эта комната, которая предназначена как бы для кухни, да? Но здесь можно сделать комнату отдельную для туристов, если кто-то желает. Так, сейчас идем смотреть комнаты. Комнаты, конечно, просто шикарные, потому что много света, много воздуха. Приятно, очень приятно. Комнаты большие. И здесь, в принципе, и кондиционера не нужно. То есть, как бы, объем воздуха, света просто шикарный. Просто шикарный. Есть отопление. Угу. Кондиционер. Вот здесь еще одна комната. Это получается четвертая спальня. Четвертая спальня. И тоже как бы все отлично. Это ванная комната. И наверху еще есть один туалет. Ванная комната с ванной. Угу. И здесь два умывальничка для большой семьи. Прям просто шикарно. Так, дальше поехали. Ну вот, в принципе, и на этом, наверное, мы закончим. Еще общий обзор. Сейчас я встану в уголочек, чтобы показать вам лучше расположение комнат. Вот здесь ванная. Здесь получается комната, спальня маленькая. Здесь идет еще одна спальня. И вот здесь еще одна спальня. То есть просто чудесно. Просто чудесно.